Всем привет. В общем, не было видоса на той неделе. Ну, некогда было. То забыл камеру, а то, когда была камера, там не до того было. Сейчас вот покажу две заявки из четырех. Короче, четыре получилось. Сначала с утра две, а потом еще две добавилось. Ну, они однообразные. Отопление, там звоны, трубы, кусочки выбрасывают. Две покажу, а две... Две не буду показывать, что там, время терять. В общем, смотрим. После праздников начинается, да? Льется вода, сейчас посмотрим. Ну, льется вот где-то. Да. Да иди ты. Да ну. Спускник. Там прям чувствуется это теплая вода. Вот, ходил ведь с ними отключать нахуй воду нахуй. Как это, по следу? Мы с Женьком вот это кусок вставляли, бля. А что ты такой, стаканяка? Да это стакан он хуй вырезал, нахуй. Вот, понял, блядь. А вот льется вода, ты понимаешь, бля? Ебаная. Ну тут тоже, наверное, кусок придется вставлять туда. Да вставим. Сливай. Потом сольем, пойдем. Как потом, блядь? Я потом буду ждать, пока она будет и капать. Все. Сразу сливай. Надо размотать. Сейчас готово, а там загорится, там дымить будет. На, давай. Так, это камень. И эту вот пойдешь? USB-шка. Да и она там, в принципе, не пойдет далеко. Ну что, она влазит. Что, дай переноску? Да нет. Да у него вон болгарка есть. А, все, тогда я прошу. Какие трубы раньше делали. 73-го года стоит. Они, бля, они у меня в гараже. Зажимные такие. Держать. Лепкой покрывать не надо, ничего. Вот эти вот все, мандулы. Пусть вычета, счетчик. Все. Это не надо. Блять, вот. Да не должна вот розетка. Можно мокрую, а не мокрую эту самую тряпку повесить там. Ну, если есть возможность, то лучше повесить. Вот так, если его отпилить.
под руками, так круто. Сейчас. Да ничего, это рука не будет с вами жить. Рука больная просто. Так, держать, знаешь, как будет? Это и так много. Маской потеют и все, блин, не видно ни хера. Она запустила, остыла. Блин, мне полотенцесушитель поставить. Получится резьбу нарезать, без сварки кубиком. Кроме поставить там на стояке. Где? Да я хочу вам поставить. Здесь кран, вот там внизу. Uh-huh. И здесь. Сделать типа байпаса с краном, чтобы. И на кранах оттуда. Хозяин ты нахуй. Что? Мне что тут варить, что там варить. Что ты скажешь, нахуй, то, блядь. Здесь вроде от стенки подальше. Вот это, видишь? У него горело, тут он боковал, блядь. Это. Большая вот эта труба. Да труба, я вон сколько. Опять старая. Старая. Там потечет. Не потечет. Потечет. Не потечет, я тебе да говорю. Потечет. Я ее только срезал, хоть ты мне скажешь. Да, ну, как я раньше-то ее срезал? Леш, почему? Леш, новая быстрее потечет. Да, батарею ставить. Будешь хомуты ставить. Хорошо. Меня даже не зовут. Хорошо. Льется, мы там не отключали, стоят нахуй, понял, блядь? Помни, говорит мне. Thank you.
деревяшки. А, сейчас. Не, вот так где-то, видишь, нахуй. Вот здесь, между этими, даст им какой-то. Так, сверху сразу. Вот, не, достал. Тебя не достал. Так он не доставал ничего. Чего? Батарею отдай, блядь, какую? Какую батарею открой всем старым? Какую батарею, блядь? Пока он родил. Какую на 24-й дом? Так она сварки я тебе показывал. А, да. А, ну спасибо, спасибо. Ключ-то есть. Это что, блядь? А я хуй пойму, какую батарею, блядь, всем сторон. Вроде он не ложил туда нихуя. Это лопнет, надо. Ложки пить. А, ложки? А там двойная. Ну гляди. А то провалишь, скажешь, я, блядь. Да, да. Не предоставил мне условия. Я виноват, блядь. Даже дырки не было, как я так слепую, блин, вот здесь вот. Вот здесь я их увидел, по дырку. Мазан покойник хуярил, блядь, ёбаный. Ну и это бы раскрутил, вот это, блядь. О, блядь, там такие бабки, блядь, были, нахуй, я тут. Нихуя. Не с одной квартиры, блядь, чтобы ушел, блядь, без ничего. Это пиздец, блядь. Ну и варил, блядь, Олег, нахуй. Тогда зеркал не было, блядь. Стекла коптили, и то, блядь, резко, нахуй. Ну я говорю, я долго думал, ну мне кажется, он, блядь, через стык, блядь, от стенки заварит, нахуй, блядь, понял, блядь? Через этот, нахуй. Ну пиздец, нахуй. На звук, блядь, ну ты его захватил?
Как сказать? Ты уже захватил не того Магана, наверное. Он уже, блядь, без зубы был, блядь. Ну да, ВСК он был там. Да, и это самое, и уже, блядь. Где? На герой Сибиряков там. Ну понял. Он уже похудел. Здорово, без зубы. Здорово. Да, ну я тебе говорю, он уже без зубы. А то был шкаф такой, ебаный в рот, ты представляешь? В любую дырку залезет этот шкаф. Ты представляешь, я там, блядь, я говорю, думаю, ну как он, блядь? А, на Путиловской, блядь, кондуктора, блядь, вот такие, нахуй. Понял? Один от стенки, один такой, блядь, идет. Соединяется, нахуй. От стенки, блядь, нихуя. Ёб твою мать. Как бы, а потом я, вот, мне лично мысль пришла такая, что он, блядь, через стык, через вот этот, где разрезан, он там заварит, а потом... Ну, варил, блядь, Олег. И с квартиры, с любой, блядь. Там, ну, я жильцов знал, ёб твою мать. Я... Нихуя. Об одной квартире, не знаю, рассказывал, блядь. 34-й дом напротив райисполкома, вот этого, блядь, девятиэтажки, нахуй. Диванкомат сейчас, нахуй. Во дворе, там, пятиэтажка, 34-я. Бабка такая жаднейшая, с первого этажа была, нахуй. Ну и он ее раскрутил, самогон он отдала, нахуй. А слесарка у нас была в 30-м доме, блядь, в подвале там, нахуй. Хорошая такая, блядь. Большая, нахуй, блядь. И вот, давай. И вот он, блядь. Тихо, ёб твою мать, блядь. И вот он, Олег, значит, на бабку, нахуй. Ну, типа, Магарыш бабка эта, блядь. И закусить, салиться, отрезать, нахуй. Нахуй, куски вот такие тогда будут, нахуй. Квадратные, блядь, можешь 15 на 15 или 20 на 20, нахуй. Хуй ты, блядь, будешь мучиться резать, давай его, нахуй, сюда. И забрал этот кусок сала, нахуй. Мы подал пришли. Да, достань проволочки. Нахуй. Ребят, там дохуя был. Ну, все там собирались раньше, нахуй. Сейчас они дохуя покойников. Димка Новиков, ну ты, наверное, не знал. Вот с пятого дома. Кончаров какой-то, Закосов какой-то там. Ну все там, ну, немножко так. И тащили в подвал. Это пиздец, я тебе говорю, это над этим я устал. Как он у этой бабки был. Хуй, говорит, ты будешь резать, давай ему нахуй. Я же с одной квартиры не ушли, блядь. Что вы, блядь, ничего не было. А они тогда от ИСУ были, хватит. Вот так, к нам он попал. Один раз попал. И вот эти кондуктора, блядь, эти ебаные рейсы. Ну, пиздец. А потом, блядь, уже без зубы их. Потом я Калиберда, блядь, Толика знал, ты меня, советского мужичка, он во втором работал. Я его ребенком лет 50 ходил. Ну вот, он, блядь, и Антон, нет, давай, пускай он любые дома выбирает или снизу, блядь, а мы вот пятиэтажки, 12-й, 14-й, 16-й, 10-й сразу не было, знаете, потом и 8-й шел туда, блядь. Они тоже кооперативные, в 10-м после лесар был, блядь, Володя, блядь. А в
восьмой тоже, блядь, а потом восьмой пришел. Отпускай любые дома, забирает. Нижмаровская 2, блядь, 12-ка. Убирает нахуй. Снизу или сверху, блядь. Я и пиздец. Как я от него ушел, блядь. Нахуй, блядь, за него я буду работать. Он день, блядь, подальше будет в карты играть нахуй. А я, блядь, буду заявки делать. Я не один. Как дело не пойдет. И пиздец, и он бросил нахуй, работать, сразу. Все? Да. Погнали, да, запускай. Запускай. Открываем, запускаем. Они приходили, отец, ой, ну, ребята приходили, когда регистрировался, у меня за неделю до свадьбы мать умерла. Ну, поговорили с тетками, с хуёлками, мол, зарегистрироваться. Муж, а тогда, блядь, это не как сейчас, блядь. Да и хорошо, в 22-м доме, в хозяйственном магазине старца, к русскому чаю было, мы ее обслуживали, блядь. Это, ЗАГС был. Договорились со мной. И вот они приходили меня поздравлять. Ну, мы хоть зарегистрировались, так нихуя не отмечали. И все. Когда я отец был молодой, знаешь, ёпта у меня. Хуй ему был тоже отцу, блядь. Хуй да нихуя. Дальше потекла. Ну, пиздец, вся труба, нахуй. Вкусный. Поставь хомут. Тут еще мы потом придумали. Она все, ну мы с Женей тоже вот заварили, блядь. Она вон там пошла нахуй. Где надо, блядь? Аж вон тут. Так, короче, нарисовалось еще две аварийные заявки. Тоже по отоплению, но там текут. Побежал я делать, снимать. Не буду, ну, в принципе, одно и то же. Там что, где сгон, где там что выкидывать. Тут сейчас еще не знаю даже что. В общем, не снимать некогда будет. Смотрим. Все, что есть, то и смотрим. Всем пока.